Идем вперед. И раз, правая нога. Левая нога выбрасывается вперед. Левая рука выбрасывается вперед. Правая рука за голову. И теперь, если мы уже наполовину развернулись вправо, мы просто разворачиваемся. И выбрасываем правую руку, правую ногу. Левая рука сзади. Убираем. Останавливаемся. И на месте мы делаем внутреннюю восьмерку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Под музыку там. По музыке мы будем слышать, сколько сделать восьмерки, да? Дальше идем. Опять же, это же проходка. Правая нога, левая рука, правая сзади. И разворачиваемся через право. Выбрасываем правую ногу, правую руку. Убираем. Снова. Раз, на месте. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть, если мы делаем правой ногой, выбрасываем левую и разворачиваемся. Да, еще раз. Раз, два, развернулись. Давайте без рук вместе. Еще раз. Правая, левая. Видите, мы уже развернулись наполовину, да? Вправо. Да, разворачиваемся на левой ноге. Правая, левая. Перенесли вес на левую ногу и развернулись на ней. Еще раз. Правая, левая. Перенесли вес на левую и развернулись. То есть у нас вот эта левая нога, мы на ней разворачиваемся. Разворачиваемся. Крутимся в правую сторону. Теперь с руками, что мы делаем руки. Если у нас правая нога, левая выбрасывается вперед, и левая рука тоже выбрасывается вперед. Развернулись. Выбросили правую ногу, правую руку, вернулись. Снова. Правая, левая. Да, развернулись, выбросили. Вернулись. Теперь что для нас делать правая рука? Правая. Шаг. Левая рука, левая нога. Правая рука у нас сзади. В чем у нас пальцы вниз, а запястье наверх должно быть. Такой немножко такой треугольничек должен получиться. Мы как бы придерживаем, опять же, как вазочку мы придерживаем снизу. Как голова у нас вазочка, мы снизу ее придерживаем. И получается вот такая. Оп. Развернулись. Причем мы разворачиваемся, как будто бы читаем газетку. Развернулись. Выбросили. Завернулись.